Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографией. Филипп Мерсье. Французский живописец, рисовальщик и гравер. Видный представитель раннего рококо. Ученик Антуана Пена и последователь Антуана Вато. Я пользуюсь Википедией. Родился 7 марта 1691 года в Берлине. Вырос и учился в Берлине, но большую часть творческой жизни провел в Англии. Работал во Франции, в Италии, Португалии. Творческое наследие Мерсье составляет около 300 картин, рисунков и афортов, портретов и жанровых сцен. Испытавший большое влияние французских и английских современников Антуана Вато, Жана Симеона Шардена и Уильяма Хогарта, Мерсье оказал заметное влияние на английскую живопись георгианской эпохи, как один из создателей варианта неформального группового портрета, так называемых сцен-бесед. В 1719 году женился в Лондоне. Был назначен главным художником и библиотекарем принца и принцессы Уэльских. Пока он был в фаворе, он написал различные портреты членов королевской семьи, многих представителей знати. Покинул Лондон около 1740 года. Поселился в Йорке, где более 10 лет практиковался в портретной живописи, прежде чем вернуться в Лондон в 1751 году. В 1752 отправился в Португалию по просьбе нескольких английских купцов. Но недолго оставался там, вернулся в Лондон, где и умер в 1760 году, 18 июля. Дочь Мерсье Шарлотта в молодости также была художницей. Вот такие небольшие данные из переводной Википедии о французском живописце, рисовальщике, гравёре, видном представителе раннего рококо Филипп Мерсье. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.